Покупки в метро. Так, в Сельчичон на 139. Это у нас Вилком. Так, по перроне метро 249. Видите, скидка. Ну, ее можно и в пиццу, и так есть. Так, чебачичи. Самсон, марка. 199 рублей. Кофе. Ну, оно везде почти 400 рублей вот это стоит. Так, бургеры Мираторг со скидкой. 374. Посмотрите, как много. Их разделить можно два раза, еще пополам. Сахар. Многие сейчас начинают, мне кажется, варенье варить. Сахар стоит 67 рублей. Вот. Покупки Ашан. Так, лакомка 2 по 39. Эскимо по карте Ашан по 26 рублей. Две штучки и одно шоколадное. Так что, ну там есть выбор. Мороженого есть. Продолжаем покупки Ашан. Так, все для женщины 46. Комсомольская правда. Избавиться от недвижимости в России. Так, 50 рублей. Салфетки 30 рублей, 59. Скотч 70 рублей. Это мне отправки Авито. Чанмен, не знаю, до 50 рублей. Салфетки влажные 15 рублей. Каждый день пакет для завтраки. Большая упаковка 37. Норка 25. Вот такое два вида стояло по 126 рублей. Ну, вы, наверное, открыли, да, уже сезон загорания, купания. Потому что на Москве стоит жара уже. Вторая неделя уже скоро пойдет. Так, 75 миллилитров. Я решила взять. Так, со скидкой сейчас черный жемчуг. Нивея. Сейчас вам покажу Нивея. Хорошему знакомому решил подарить, потому что он нам давал клубничное варенье и мандариновое. Вот такая Нивея Мен. И еще дезодоранты. Женские, мужские со скидкой Нивея. И пена для бритья. Новинка. 216 рублей по карте Ашан. Мужские дезодоранты такие дорогущие. Ужас. Все 300 рублей. Вот. Женский дешевле. Вот. По 149 на этой неделе Фа. Дионика тоже остается со скидками. Так что присматривайтесь. Хлебцы у нас получается 49. Пойдемте дальше. Так. Что-то мне вот не конфеты, а вафельные конфеты. Ротфром. По карте Ашан 129. Подорожало, конечно. Взяли персики по 149. 334 грамм. 50 рублей. Они, конечно, дубовые, еще недозревшие. Но помягче взяли. Сидим. Так, огурцы луховицкие по 99. Килограмм 160 на 115 рублей. Там еще были другие. Помидоры по 200. Бананы по 154. Абрикосы по 259. Ну, вы посмотрите в сообществе. Я фотографии опубликовала. 24 рубля батон нарезной. 34 рубля черный хлеб, сахар, на всякий случай, еще один взяли, мало ли варенье будем варить, или клубничное, ну, вы поняли. 70 с чем-то рублей, и это типа как рис макароны, попробуем. Молоко 79, ряженка 90, это со скидкой 40%, по 65 рублей, ну, это типа роллы. Еще вафельку взяла по 30 рублей на главной сцене, все там для отдыха, пляжа. Косметика тоже есть. Всякие вкусняшки. Так, мы по рыбе все. Мойва. Килограмм 359. 172 грамм на 61 рубль. И другая мойва. 78 рублей. Активия по 34 на этой неделе. Сметана 69. Вот это по 28. Вот такие взяла попробовать. Одну маме, одну себе. Много не беру, потому что мы еще тень не доели. По 25 рублей. И на этой неделе со скидкой Вкуснотеево. По 34, только смотрите срок годности. Вот. Мороженое, вы видели, можно по акции выбрать. Вот. Носочки там Омса по 69, по 99. Какие-то трусы женские смотрят. Шорты летние можно там дома даже ходить купить. Халатики, сорочки там. Футболочки, шлепанцы, там уже все есть. И детское есть, и со скидкой много что. Детской косметики стоит на главной сцене. Одеяло, подушки у нас маленький там выбор. Вот, давайте пробежимся по чеку. Видите, да, я снимаю на новый телефон. Пишите, как вам качество. 2937. Вот. И позже, я опаздываю, но покупки в Wildberries выйдут. Ну, на день-два попозже. Ну, что делать? Не успеваю. Времени вообще не хватает. Так что всем хорошего летнего солнечного настроения. Принимайте витамин D на солнце, загорайте. Гуляйте, дышите свежим воздухом.
Всех целую, обнимаю и до следующего видео.